Привет, друзья! Сегодня разберем песню «На сиреневой луне» Леонида Агутина. Сыграем ее в родной тональности, соль мажор. Сыграем вступление, пару куплетов, припев. И я подробно расскажу, как, что играть. Приступим! Обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье. Оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Застилает горизонт твоей луны, которой нет. Открыла ночь огромный зонт, встречая розовый рассвет. Там, на сиреневой луне, ты так хотела быть одна. Не забывая обо мне, ты засыпала у окна. Когда устал новый день, такой же, как и всегда, ты улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье. Оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Там ярче солнце и теплее, там нет ни снега, ни дождя. Там, на сиреневой луне, ты позабудешь про меня. Лишь на минуту променял, по мнению сердца своего, на ту планету без дождя, где будет вскоре ничего. Когда устал новый день, такой же, как и всегда, ты улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье. Оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Итак, разбор начнем традиционно из разбора аккордов. Первый аккорд — соль мажор. Расскажу в нескольких положениях, так как играется во вступлении. Вот я играл вот таким аккордом. А в теме можно играть вот таким. Итак, рассмотрим оба. Начнем из этого. Первая струна на третьем, шестая на третьем ладу и пятая струна на втором. Следующий вариант. Играем. Пятая, шестая остаются на месте, но прижимаем две струны, первую и вторую, на третьем ладочке. Вот так. Дальше будет аккорд соль мажор с басовой ноткой фа диез. Мы его будем играть вот так. Прижимаем мизинцем вторую струну на третьем ладу. И средним пальцем я прижимаю шестую струну на втором. Играется шестая, четвертая, третья и вторая. Есть. Дальше аккорды ре.
ре мажор, традиционный, первая и третья струна на втором ладу, и вторая на третьем. Дальше, ре мажор будет у нас в таком положении. Играем баре на втором ладу, пережимаем все струны, вторая на третьем, четвертая на четвертом и пятая на пятом. Также ре мажор мы будем играть в этом положении. Баре пятый лад, вторая, третья и четвертая струна на седьмом ладочке. Есть. Дальше будет аккорд ре сус 2. Играем басовая четвертая открытая, третья на втором и вторая на третьем ладу. Первая открытая. Также будет аккорд у нас ре сус 2 с басовой ноткой фа диез. Я шестую струну прижимаю большим пальцем на втором ладу. Играет у нас 6, 3, 2, 1. Есть такое. Дальше аккорды дим, фа диез, дим. Первая и третья прижимаем на втором ладочке. Вторая и четвертая на первом. Следующий ля, аккорд дим. То, что мы сейчас держим, сдвигаем, чтобы у нас мизинец был на пятом ладу. То есть первая, третья на пятом, четвертая и вторая на четвертом. Играем те струны, что мы прижали. Дальше аккорд си. Это был проходящий аккорд в песне. Я его играл не баре традиционно, а можно сыграть так. Давайте я вам покажу оба варианта. Может, вам как будет легче, так и выберите. Итак, баре второй лад, вторая, третья и четвертая на четвертом ладочке. Начинаем с пятой струны, пятая басовая. И си мажор мы можем брать, вот как я сыграл на видео. Прижал пятую струну на втором ладу, четвертую, третью и вторую на четвертом ладочке мизинцами. Я прижал три струны. Понятно. Будет аккорд си мажор септ аккорд. Первая, третья и пятая струна на втором ладу, четвертая на первом. Дальше аккорд ми минор. Четвертая и пятая струна на втором ладочке. Все остальные открытые. Дальше аккорд до мажор. Первая открытая, вторая струна на первом ладочке, третья открытая, четвертая струна на втором ладу, пятая, шестая на третьем. Дальше будет аккорд до мажор с басовой ноткой си. Вот то, что мы сейчас держим, убираем с басовых струн пальцы и переставляем средний палец на пятую струну на втором ладу. У нас прижата только пятая на втором и вторая на первом. Дальше будет аккорд до от 9. Прижимаем вторую струну и пятую на третьем ладу, четвертая на втором. Следующий аккорд ля минор. Этот аккорд мы уже все знаем, но расскажу. Первая открытая, вторая на первом ладочке, третья и четвертая на втором. Пятая открытая басовая. И завершающий аккорд ля минор с басовой ноткой соль. Мизинцем прижимаем шестую струну на третьем ладу. Есть. Пятую струну мы не играем. Будет переходной аккорд у нас. Вот так. Ну вот с аккордами понятно. Кому непонятные аккорды, может, посмотрите у меня на сайте. Внизу ссылочка будет под видео. Там все аккорды у меня нарисованы. Итак, приступим к разбору песни. Первый аккорд берем соль мажор. Вот тот соль мажор мы берем, что у нас прижаты две нижние струны, первая и вторая.
играем 6, 5, 3. И потом вниз дергаем, играем 3 остальные струны одновременно. Вот так. Дальше. Играем 3-ю струну, 4-й лад, 5-й лад и 2-я струна на 3-м ладу. И 2-ю струну мы прижимаем средним пальцем, так нам дальше будет играть следующий аккорд, нам так будет удобно. Итак, сначала. Можем сыграть хаммером или просто подъехать. Дальше. Играем 4-е открытое. У нас аккорд ре мажор идет. Играем 4-е открытое, 3-е открытое, 2-я прижата. Дальше прижимаем указательным пальцем нижние 3 струны и играем их вместе. Сначала. Дальше играем то же самое. Вот сейчас открываем 1-ю струну. Дальше играем то же самое. 4-я открытая, 2-я. 3-ю прижимаем на 2-м. И мизинцем играем 1-ю струну на 5-м ладу. И тоже играем 3 струны. Еще раз 2-ю часть. Вот такое вступление. Дальше пошла тема. Ставим аккорд соль мажор, или так, как мы во вступлении играли, если вам так удобно, или вот так, второй вариант, как вам удобнее. Разницы существенной нет. Итак, играем. В подряд 4 струны. 6, 5, 4, 3. И снизу дергаем 1-ю и 2-ю. Дальше. 1-я, 2-я, 3-я. Дальше ре мажор. Играем от 5-й струны. То же самое. Дальше дим аккорд фа диез. Играем от 4-й струны все струны подряд. Потом перебором играем. 4, 3, 2, 1. Дальше си мажор, 5, 4, 3, 2. Дальше выходим на аккорд ми минор. Играем 6 открытая, 6, 4 на 2, 1 на 3. Дальше играем 1 на 2, потом 4 открытая, 3 на 2, потом мизинцем играем 1-ю на 5-м. Вот такой ход идет. 5, 2, открытая 1-я и 2-я на 3-м. Вот так. Давайте сначала все сыграем. Дальше. То же самое играем. Потом аккорд ре. Играем вот так. Ставим ре мажор. Играем 4, 3, 2, 1. И отпускаем средний палец. Играем 1-ю открытую. Еще раз. Дальше аккорд дим. Играем так. 4, 3, 2. И 1-ю. Вот 2 сыграли. Перемещаем на аккорд ля дим.
и играем первую, можем зацепить первую, вторую, третью. Понятно, дальше. Аккорд Си септ. Просто играем вниз от пятой струны по всем струнам. Потом 6, открытая шестая, аккорд ми минор идет. Мы ничего прижимать не будем пока. Играем 6, 3, 2, открытые струны. Дальше. Первая на третьем, вторая на пятом. Играем две струны. Следующее положение. Мы сдвигаем первую струну на полтона вниз. Вторая остается на месте. И аккорд ре мажор. Еще раз давайте сначала вторую часть. Вот так. Дальше играем аккорд соль мажор. Мы его полностью не берем, прижимаем шестую и вторую струну на втором ладу, на третьем ладу, извините, играем 6, 4, 3, 2. Дальше перемещаем шестую струну на второй лад. Правой рукой играем то же самое. Потом открываем шестую, играем ми септ аккорд, 6, 4, 3, 2. Потом играем ре сус 2, ставим третья струна, второй лад, играем 4, 3, 2, 1, еще раз. И выходим на до мажор, играем 5, 4, 3, 2. Дальше мизинцем ставим вторую струну, прижимаем на третьем ладу и сразу играем на пятый лад и на аккорд соль. Вторая струна у нас остается прижата. Вот сыграли, возвращаемся, сразу играем шестую, 6, 4, 3, 2. Еще раз. И на аккорд ре мажор. Вот так. Играем. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Потом снова 4, 3, 2, 1. И играем то же самое на второй струне, 3, 5 и 3. И снова выходим на соль мажор. Эта часть у нас два раза играется. Дальше выходим на аккорд ми минор. Когда устал новый день. Играем перебор 4, 3, 2, 1, 2, 3. Итак, сыграли ми. Дальше аккорд ре сус 2. Дальше аккорд до мажор. Играем бас пятая. Дальше 3, 2, 1, 2, 3, 2, дальше снова пятая, 3, 2, 1, потом меняем басовую нотку на нотку Си, играем пятую на втором, 3, 2, 1,
и выходим на ля минор. Басовая шестая струна на третьем. И на аккорд ре сус 2. Вот сыграли ре сус 2. Потом ставим ре мажор. И играем ре сус 4. То есть мизинец прижимаем на третьем ладочке. Дальше играем хаммер пул. Первая у нас прижата. Вот так получается. Еще раз. Сыграли пул хаммер. И 2-3-2. Давайте еще раз сыграем с аккорда ми минор. Понятно. Это мы играем тоже два раза. И выходим на припев на бой. Бой играем так. Два удара по басовым струнам. И по всем струнам третий удар. Понятно. Снова по басовым. Вверх. Дальше играем бас, вверх, бас, вверх, бас. Снова вниз. И вниз, вверх. Понятно. Вот на аккордах сразу поправочку сделаю. Мы играем медиатором. Я специально это сделал, так как меня попросили об этом. Если играем вот аккорды типа соль, ми, вот такие, ля, тоже ре, мы играем басовые нотки шестую, пятую. Мы можем их играть. То есть как бы по всем струнам. Если идут аккорды уже нижней позиции, вот типа ре, вот такие, мы не играем шестую, пятую, стараемся играть первую, вторую, третью, четвертую. Ну, пятую сыграем, ничего страшного. Если будет уже шестая играть, будет уже много грязи. Как бы эта нотка не в аккордах. Вот, ну, об этом сказал. С боем, надеюсь, тоже все понятно. Ну, вот как бы вся песня, все сложности я показал, аккорды рассказал. Кому непонятно, повторюсь, смотрите на сайте самоучка на гитаре.ру. Ссылочка внизу под видео. Всем желаю успехов. Спасибо. Пока.